Добрый день! С вами Юта, и я вновь рада приветствовать вас на канале творческой студии Таир. И свой сегодняшний мастер-класс я хочу посвятить росписи вазы, имитации вязки крючком в стиле пэтчворк. Ну и первый этап работы, он остается неизменным. Вазу нужно тщательно вымыть и обезжирить любым спиртосодержащим раствором. Для разметки рисунка понадобится карандаш по стеклу и металлу и сантиметр. Замеряю общую высоту вазы 26 сантиметров, и для того, чтобы осталось ровное число, это будет 20 сантиметров. На этом участке я буду располагать рисунок, а верхний край останется свободен. От верхней границы вазы откладываю 6 сантиметров. Оставшиеся 20 сантиметров делю на 5 равных отрезков по 4 сантиметра. 4, 8, 12, 16. Соединяю отрезки в одну тонкую линию. Дальше я замеряю окружность и точно так же делю ее на равные участки по 4 сантиметра. Получаются вот такие квадратики. Если где-то будет не сходиться на миллиметр или два, их просто можно раздвинуть, на глаз это будет незаметно. Таким образом у нас будет получаться вот такая разбивка на квадратики со стороной 4 на 4 сантиметра. Дальше я внутри каждого получившегося квадрата, тот квадрат, который нарисован карандашом, рисую квадрат контуром, но отступаю от краев на некоторое расстояние, так чтобы получился квадрат в квадрате. Карандашную линию я потом вытру, она будет не нужна, а контур останется. Стираю карандашные линии и обвожу все точечно. Дальше я в каждой ячейке по центру буду рисовать самый простой цветочек. Для этого мне понадобятся контуры зеленый, травяной и розовый. Дополнительно обезжириваю тот участок, на котором буду рисовать. Рисую 4 лепестка в виде сердечек. Дальше я имитирую вязку и заполняю лепестки объемными линиями. Обвожу точечно. Добавляю листочки, которые заполняю точечно. Обвожу серединку цветом фуксия. Добавляю элементы на листья, цвет оливковый. На самих цветочках добавляю линии уже в другом направлении, чтобы получалось переплетение. Так делаю на всех цветочках. Дальше я буду заполнять каждый квадрат сеточкой. Thank you.
каждом квадрате с внутренней стороны добавляю еще один ряд точечной обводки. Сейчас я буду связывать все элементы в единое полотно при помощи полуколечек. Дополнительно обезжириваю участки, которые буду расписывать. Ну и завершаю работу оформлением кружевного края. Добавляю еще одну линию по центру для имитации вязки. Верхний край оформляю точками. Ну и вот так выглядит вазочка без наполнителя. Рисунок такой же яркий, четкий, он не потерялся. Кому понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии. А также не забывайте подписываться на наш канал. А мой сегодняшний мастер-класс подошел к концу. До новых встреч!